Давайте про гроші. Тепер поговоримо з Олегом Устенком, економічним радником президента Володимира Зеленського. Пане Олеже, я завжди радий вас бачити у цій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вам сподівання пана Смолія про те, що розраховують на транш до кінця цього року? Що для цього потрібно буде виконати? Чи достатньо буде просто ухвалити бюджет на наступний рік? Чи замало таких? Я думаю, що це маловато, звісно, буде. В общем, програма ожидається, що вона має бути відкрита. По-моєму, на наступній тиждень в Київ уже приїжджає місія Міжнародного валютного фонду. Через неделю приезжает миссия Международного валютного фонда. И речь идет об открытии новой программы, которая называется Extended Fund Facility Program, программа расширенного кредитования. Программа, скорее всего, очень незначительная, около 5 миллиардов долларов, на 3 года рассчитанная. Но достаточно сказать, что программа, в которой мы сейчас находимся, и которая была завалена, по большому счету говоря, еще прежней администрацией и прежним Кабмином, была на 3,9 миллиарда долларов, но была на 1 год. А тут на 3 года, да, и 5 миллиардов. Вам еще невідомо, что на взаймы маем основное, да, вы правы. Речь идет прежде всего о том, что мы должны снизить дефицит государственного бюджета, выдержать его в точке как максимум 2,5% ВВП, то есть 5 миллиардов долларов ограничения по дефициту идет. Идут требования, связанные с проведением структурных реформ, антикоррупционная повестка дня, что вообще уже очень традиционно для Украины, проведение судебной реформы из таких вот больших реформ. По населению ничего не вдарить? Тарифы, например? Вообще это вынесено за скобки, и это, в общем, есть договоренность еще по предыдущим программам, что тарифы должны соответствовать, вернее, не тарифы, а цена на газ внутри страны должна соответствовать рыночному уровню, точка, вот как бы, и дальше собственное трактование, которое можно здесь сделать. Поки зрозуміло. До речі, Володимир Зеленський сьогодні провів нараду із урядовцями якраз щодо бюджету. Обговорили там підготовку документу до другого читання. Президент заслухав міністра фінансів Оксану Маркарову. За підсумками наради вирішили скоротити видатки на чиновників на 10%. Ці гроші планують спрямувати на соціалку. Ми продовжимо розмову з Олегом Устенком, економічним радником президента. Пане Олеже, от урядовці підготували великий список державних підприємств на продаж. Кредитори теж не проти, так? Захід не проти. Чи не буде з цим питанням так, як вийшло з земельною реформою? Спочатку, знаєте, так, запрягли сильно, народне невдоволення почули, трохи відступили назад. Зараз взагалі, мені здається, що є така невпевненість, що далі робити з цією земельною реформою, поки що так нащупують, як то говориться. Що буде із продажем держпідприємств? Ну, то, що стосується приватизації, приватизацію в Україні Кабмін розглядає, і взагалі нова економічна команда, рассматривают приватизацию как средство, с одной стороны, возможности стимулирования экономики, потому что ты приватизируешь, и предположение, которое сразу же возникает или на основе которого базируются вот эти дальнейшие действия, состоит в том, что повышается эффективность этого предприятия, снижается уровень коррупции. И, в общем, если откровенно говорить, то, по большому счету говоря, и МВФ, и в Украине достаточно давно уже экспертные круги говорят о том, что приватизация это не средство того, что мы даже экономим деньги бюджетные в будущих периодах времени, потому что многие из этих предприятий в реальности являются дотационными предприятиями. А просто это возможность поднять эффективность этих предприятий, снизить уровень коррупции. Поэтому рассказ по поводу того, что это предприятие приносит прибыль, он имеет место. Правда, есть часть каких-то государственных предприятий, которые приносят прибыль. Но вместе с тем, эта прибыль могла бы быть больше, и предприятие бы эффективнее управлялось, если бы находилось не в государственных, а в частных руках. Вот на этом и базируется концепция. Я не думаю, что тут будет такое ломание копьев и пик как раз по вопросу приватизации предприятий. Ну, я уже не говорю по поводу земля, того, що... напевно, дійсно нашому народу ближче, да, до своєї кишені. А, до речі, як вам насправді, який прогноз ви зробили, яке рішення може ухвалити президент щодо відкриття ринку землі? Все ж таки, остаточне рішення, будемо відвертими, приймати Володимиру Зеленському, як і потім нести за нього політичну відповідальність. Да, совершенно верно. Тобто, одне діло то, що ти думаєш економічно або фінансово, і совершенно друге діло, коли ти повинен прийняти то чи інше економічне рішення,
при этом отвечать за него политически. Конечно, президент Зеленский, в конце концов, будет отвечать за решение, которое принимает. В моем говорите, но пока не отвечает. В моем понимании, стратегический президент в данном случае принимает стратегическое решение. Он говорит, что мы должны двигаться к рынку земли. В моем понимании, мы движемся к рынку земли через три этапа. Первый этап, речь идет о приватизации государственной земли. Она находится сейчас в руках государства, а по большому счету говоря, государственных чиновников, которые решают, что что-то можно садить, кому ее можно сдавать, можно или нельзя сдавать, и куда складывать главные деньги. И это деньги, это точно не казна украинская. Они складывают ее по своим карманам. Вот государственная земля, очевидно, моментально идет на приватизацию. Процесс тестирования и потом переход к обширному рынку земли. Вот стратегически президент наметил это. Что касается тактических вопросов, это вопрос уже поиска компромисса между... Они будут решать издотично, напевно. Правильно, так? Да. То есть это вопрос компромисса и Верховная Рада, и представители экспертного сообщества, представители аграрного бизнеса. То есть они должны найти компромисс. Понятно, что счастливы сразу все не могут быть. То есть им надо найти компромисс. Ну что ж, будем спостерігати за цим процесом. Дякую вам за ці відповіді. Ми говорили з Олегом Устенком, економічним радником президента України.